Приветствую тебя на моем канале. Сегодня я расскажу тебе об одном интересном гаджете для улучшения интернет-соединения в твоем доме. Мы разберем Wi-Fi роутер TP-Link, его ключевые функции и особенности, а также подробно остановимся на его преимуществах и недостатках. Приготовься узнать много нового и полезного. Устройство имеет компактные габариты. Ширина составляет 260,2 мм, глубина 135 мм, а высота всего 38,6 мм. Это означает, что роутер не займет много места у тебя дома и легко впишется в любой интерьер. Также хочу обратить твое внимание на то, что в описании под этим видео я оставил полезные ссылки. Там ты найдешь проверенные магазины, где можно приобрести этот роутер, а также специальный скидочный промокод для максимальной выгоды от покупки. Основной акцент этого Wi-Fi роутера на передовых технологиях и высокой производительности. Давай подробнее рассмотрим, что он предлагает. Wi-Fi 6 – последний стандарт беспроводной связи, значительно улучшает скорость и пропускную способность сети, при этом уменьшая ее загрузку. На частоте 5 ГГц максимальная скорость достигает 1201 Мбит в секунду, а на 2,4 ГГц – до 300 Мбит в секунду. Это позволяет устройству эффективно справляться с высокими требованиями современных приложений и игр. Трехъядерный процессор с частотой 1,5 ГГц обеспечивает молниеносную обработку данных и стабильность работы сети даже при высокой нагрузке. Также роутер оснащен одним гигабитным портом WAN и 4-гигабитными портами LAN, что делает его идеальным для домов с высокими требованиями к проводной связи. Четыре антенны в сочетании с технологией Beamforming значительно расширяют зону покрытия сети, направляя сигнал конкретно к подключенным устройствам и минимизируя потери. Благодаря технологиям OFDMA и MUMIMA роутер способен одновременно обслуживать множество подключений, что идеально подходит для современных домохозяйств с множеством устройств. Безопасность на высоте благодаря поддержке последнего стандарта шифрования WPA3, который защищает вашу сеть от несанкционированного доступа и атак. И, наконец, удобство настройки через мобильное приложение Tether и возможность создания единой сети с усилителями OneMesh гарантируют, что у тебя не возникнет проблем с управлением и расширением твоей домашней сети. Я внимательно изучил отзывы владельцев и выделил основные преимущества и недостатки этой модели. Минусы. Отсутствует функция преобразования UDP в HTTP. Глянцевый пластик. Нет прорезиненных ножек. Малый радиус приема. Плюсы. Простая настройка. Хороший сигнал. Простое подключение. Высокая скорость. Поддержка Wi-Fi 6. Удаленное управление. Привлекательный дизайн. На этом мой обзор подходит к концу. Не забудь заглянуть в описание под видео, там ты найдешь ссылки на проверенные магазины и скидочный промокод, чтобы сделать твою покупку еще выгоднее. Также жду твоих комментариев о данной модели. Твое мнение очень важно для меня. И, конечно, если тебе понравился этот обзор и ты хочешь увидеть еще больше полезных видео, подписывайся на канал и ставь лайк. До скорых встреч на новых обзорах!